Сегодня я буду показывать, как EGR вытягивать. Надо с двух сторон V6 с этой стороны снять EGR, также с той стороны. Конечно, немножко муторочно тут еще, немножко легче будет, потому что можно эту половину часть снять, там как-то рукой добраться, а та сторона немножко сложнее будет. Так, буду показывать, как это все делать. Ну, батареи сняли, он нам не нужен. Так, сейчас эти болты, раз-два, и вон тут третий трес. Соединяем, чтобы этот пластик вытянуть. За это тянете и вытягиваете сейчас, короче. Сейчас мы сделали маленький доступ, чтобы могли этот болт открутить. Вот этот щуп держит. И эту трубки надо снимать. EGR. Вот же замки. Они распаковываются. И также здесь. Это мы оценили. Прокладка его. Ну, вообще, когда новый берете, они с прокладкой должны быть. Сейчас оценяю здесь замок. Таким же образом вы будете его зажимать, зафиксировать, и все. Вот наша трубочка. Сейчас щуп будем отсоединять. Вот он, на 10 ключ вперед. Отсоединили, чтобы ход был. Сейчас вот этот ключ на 8 здесь. Обычно его не закручивают, да? Вверх не закручивают. Если какой-то механик там лазит, ну, только, получается только верхний, да. Нижнего болта там нет. Ключ на 8 тоже и вперед. Хорошо, сейчас мы фишку соединим вон тут, видите, хомут тоже, бля. Потом его, блядь, сложно его зафиксировать, это я вам сразу скажу. Ну, его надо соединять или гнуть, но это нереально, конечно, потому что вон там надо, вот видите, один был здесь на звездочку, 42-й он там, бля. Вон там, бля. Его надо отсунуть сюда. Придется там рассухарить хомут этот. И это тоже мы оценим сейчас. Немножко в сторону. Когда будем зафиксировать его, чтобы можно было щипцами взять и зажаться. Потому что вы его не
потом не зафиксируете этот хомут, понимаете, он будет мешать. В сторону так потом. У нас как идет. С помощью крючка его можно. Значит, мы его туда будем толкать, потому что чтобы он не упал. Он пойдет, блядь. Я уже на ключ на 8 уже там он утонул. Попрощался я с ним. Да, мы его. Продвину его туда. Обратно ключ берите на 8. Угу. Вот он, болт. Вот он. Удерживаю. Ключ, то есть. Его надо крутить ключ на 8 и вперед. Снял это. Бракет. Все. Вот, фишка соединю. Фишка соединю. Ну, видно, видите, кто-то уже лазил здесь. Ну, я его на аукционе выиграл. Конечно, можно было бы ремап сделать, но EGR стоит правая, левая сторона 39 фунтов. А чтобы ремап мне его сделать, файл купить. На него 70 фунтов файл стоит. Ну, мне это лучше сделать быстрее. Короче, вот. Сейчас будем отсовывать сюда его. И брать ключ. Вот так просовывать. И откручивать EGR. Сперва с той стороны откручивайте, потому что потом долго придется. А это последний очередь, потому что здесь вот, близко, понимаете, легче будет. Поэтому сейчас будем как-то крутить бошку, крутить ему вот, вот такое положение. Сейчас я его зафиксирую и буду откручивать. Потом мы его зажали, так можем соединить шланг, чтобы я его мог вытянуть все. Внизу трубка идет, понимаете? Как бы его вытянул. Здесь же я его опустил. Расслабил болт. Сейчас я другую щетку возьму. Меньше. Засек время, за сколько я его сниму. Вот таким образом, короче, крутить надо. Все, ребят, это снял болт, туда тряпку засунул. Не потерять его. Хотя есть у меня, но все равно. Сейчас эту сторону. Ну, эту сторону легче, конечно. Что не говори. Просто я его сейчас разверну здесь. Бегом, бегом отключу. Просуну, буду откручивать. Ну, с той стороны мы знаем, Т-40 был, вот он ключ. Звездочка, все. А с этой стороны был вот такой ключ. Так что его уже разбирали, снимали люди.
А я, блядь, Т-40 засовываю, нихуя не... Не влазит. Вот, сейчас я их... Должен в комплекте быть. Ну, это бог пускай падает, не его нахрен. Чем на звездочку. Вот его какой болт вообще, бля. Там с той стороны такой стоял на звездочку, здесь такой. Но это нержавейка. Вот сняли мы эту сторону. Ну, собственно говоря, ошибка пишет на него, на AGR. На обе пишет. Главное. Ну, вроде бы такой. Видно, что двигатель ни износа нету. Короче, чисто работал. Но я не знаю сейчас. Надо пойти проверить, прозвонить, узнать. Рабочая, наверное, нет. Показал, как снять этот AGR. Все, всем пока. Там у кого какие вопросы, напишите уже комментарий и ставьте лайки.